Выставку «Музейный алфавит от А до Я», приуроченную к столетию Звенигородского музея, открыли министр культуры Московской области Елена Харламова и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Министр отметила, что у Звенигорода есть потенциал и соответствующая культурно-историческая проекция. Звенигородский музей был основан летом 1920 года. В его истории были разные периоды. Благодаря энтузиастам он не только сохранился до наших дней, но и смог приумножить свои фонды.